Молодым мамам бесплатное обучение. С 1 октября в России стартовал эксперимент, благодаря которому молодые мамы, имеющие двух или более детей, смогут пройти бесплатные курсы в Чувашском государственном университете. Для того, чтобы попасть в число мам-студенток, необходимо соответствовать следующим требованиям. Возраст до 23 лет и отсутствие высшего образования. Организаторы эксперимента пытаются создать молодым женщинам условия для подготовки к обучению по программам бакалавриата и специалитета. Кроме того, слушатели отделения ежемесячно будут получать стипендию в 2000 рублей. Молодым мамам, желающим пройти обучение, необходимо поторопиться. Заявления принимают до 20 ноября текущего года, а сам проект будет работать до 30 июня 2015 года.